Здравствуйте, парни. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Нападающий Ман-Сити Артем Калмиц. Ким Кирин, капитан команды. Потапенко Кайван, голеадор команды. Расскажите, пожалуйста, об игре, что получилось, что не получилось. Настраиваемся на игру, нам нужна была победа, чтобы 1-8 было попроще. В принципе, соперника знаем. Немножко сделали работу над ошибками по сравнению с предыдущей игрой. Замен нам достаточно было, то есть физически тоже не уступали, как по мне. Ожидали такой ход игры? Вполне, да. Вполне, да. Планировали. Угу. Такой ход игры. Конечно, какие-то, может... Соперник хороший, на самом деле, но просто мы один раз уже с ними сыграли. То есть ошибки, да, учли, как Артем сказал, подготовились и сделали свое дело. Круто. Может, какие-то еще впечатления? Какой голос? Какой голос? Восьмой номер готов к переговорам. Гол. Ищите меня в Инстаграм. Спасибо, парни. Спасибо.